Что бы ты хотел сказать русским, те, которые будут призваны? Ты сказал, что ты, ну, ты пушечное мясо. Ты можешь сейчас вот обратиться к русским, те, которые только пойдут воевать. Чтобы задумались перед тем, как идти или не идти. Чтобы подумали о близких своих, о родных. Я не говорю не идти, потому что это у каждого сугубо личное, сугубо каждого личное мнение, идти ему или нет. Просто чтобы они задумались, что с ними может быть здесь, и чтобы они подумали о своих близких, родных. Извините. Тяжело? Очень тяжело. Просто боязнь, то, что я больше никогда не увижу родных. Вот это вот боязнь. Поэтому задумайтесь, надо ли вам это все или нет. Поэтому просто надо задуматься, для чего это все было сделано. Вот сейчас тоже видео смотрел по телевизору тоже. Добровольцев много, тоже сюда ехать. Которые не задумываются то, что с ними может здесь произойти. Возможно, с кем-то будет все нормально, он приедет домой. А возможно, кто-то не приедет вообще, либо приедет такой же, как и я, даже какой-нибудь калека. Просто задумайтесь просто-напросто. О близких, о родных. Я своей жизни.